о любви. Когда я прочитала про вареники, я подумала, что вот оно, гениальное стихотворение о любви. А когда я прочитала уже это стихотворение, которое Аля написала позже, то есть вот она писала стихи, а я писала на нее музыку. Так вот мы с ней, не сговариваясь, работали. А потом я решила, вот оно, мое любимое стихотворение о любви. Ну так, видимо, у меня несколько их появилось. Так, сейчас попробуем. Шагаем по траве.